Всем привет, друзья! Сегодня я решил попробовать немного необычный формат. Я решил записать по-быстрому, скажем так, то, как я делал какую-то модель, чтобы могли посмотреть, что у меня как получается. Примерно, в принципе, все инструменты, которыми я работаю, вы их видели. Когда я показывал на примере там паука или других каких-то, может, моделей, которые я делал, вы можете теперь быстро смотреть, как бы, что я делаю, как это можно сделать и прочее. Если что-то интересно, вы можете писать либо комментарий, либо затормаживать видео для того, чтобы, например, увидеть какой-то момент, который вы не знаете, как сделать.